Проект строительства автомобильной дороги «Южный обход Арзамаса» получил положительное заключение главгосэкспертизы России. Строительство магистрали – важный этап в развитии паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Как отмечается, «Южный обход» позволит вывести транзитный транспорт за пределы Арзамаса, а значит, снизит нагрузку на дорожную сеть города, положительно повлияет на экологию, сделает город удобнее для жителей и туристов. Проект по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» реализуется при поддержке президента Путина и по благословению патриарха Кирилла. Южный обход Арзамаса начнут делать в конце этого года, а завершат через три. Длина дороги 10 километров 600 метров. Юрий Чухин, Время новостей.